На конкурс дети читают стихи. Зотов Георгий, 3D. Петр Давыдов, приснилось мне. Приснилось мне, приснилось мне, как будто я на той войне. Вдруг вижу, папа молодой, тогда еще не папа мой. Такой смешной, такой худой и совершенно не седой. Среди разрывов и огня идет, не зная про меня. Приснилось мне. Приснилось мне, я папу видел на войне. Идет куда-то в сапогах, не на протезах, на ногах.